за своих. Здесь будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вы учитесь с командой. На своей команде есть. Время пошло. С командой со всеми. Вы можете повторять. Допустим, мы команда. Они говорят, мы команда. Вот куда? Вот куда? Да, ближе к нему заходить. Учим, учим. Да? Да. Будем бегать, мяч гонять. Будем за победу воевать. Да. Да. Все, команда готова. Время вышло. Итак, как получится? Готовы? Итак, команда представляет команда «Верные друзья» свою команду. Давайте повторяем. Мы команда «Хоть куда». Горки, все мы мастера. Давайте. Горки, будем левые мастера. Спорте бегать. Будем бегать. Мяч гонять. Мяч гонять. Повторять. Повторяйте. За победу. За
Друзья, у нас был небольшой праздник и конкурс для наших пап. Мы уже дома. Сейчас немного прибрали в ограде с Семеном. Игрушки сложили, все прибрали. Вот, у нас сегодня стоит солнечная погода. Очень здорово. Обещают, даже плюс 12 скоро будет. Так что у нас такая вот еще теплая-теплая осень без снега стоит. Так, Ванюша у нас продолжает строительство домика. Уже много раз его переделывал. Благо, у него есть стройматериалы, да, Ванюш? Так что он там все перепланирует. Вчера крыша была, сегодня крышу убрал, что-то делать другое. Короче, молодец. Хозяйственный мужик растет. Дорогие друзья, всем еще раз большой привет. Сегодня хочу вам подарить скидочку 5% по промокоду, который оставлю в комментариях, и коду от семьи Жуковых вы получите 5% скидку. Промокод нужно будет обязательно указать в комментариях к заказу. Вы только посмотрите, какие красивые наряды у них осенние. Я прямо в восторге. Так что, девушки и женщины, проходите по ссылочке. Обязательно посмотрите, что же сейчас новенького рекомендует вам магазин Tikitex, и делайте свой заказ. Не забывайте использовать обязательно скидочку, которая будет действовать только 7 дней. Всем прекрасного солнечного настроения и теплой радостной осени! Это Лиза и Ваня у меня решили сегодня приготовить домашнюю лапшу. Лиза сама проявила инициативу, попросила только завести ей тесто, все остальное она абсолютно делала сама собой. Получилось очень-очень вкусно, Лиза и Ванечка молодцы. Where I've been and where I came from. Grew up on 913 on Blue Rock. Memories of six kids running around those halls. Then out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows throwing baseballs. My friends, they're begging me.
making bids on mom's fresh cookies. And I quit playing ball at age 15. Traded my new bat for an old guitar. It broke Dad's heart, but he still loved me. And he was there at every show. No more jersey, just tuxedos.